Спонсор данного выпуска – IQ Option – современная торговая площадка по продаже бинарных опционов. Привет, любители футбола, меня зовут Бакштеев Дмитрий, а вы находитесь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Мы с вами продолжаем проходить карьеру в игре FIFA 15 за Торпедо. Очередную ничью мы с вами словили, давайте посмотрим, сколько их у нас вообще. Сейчас, подождите, во встрече зашел, надо в таблице. У нас 6 ничьих, 5 поражений, 1 победа из 12 игр. Вот так вот. И отсюда 9 очков. Желательно сохранить эти 5 поражений и больше их не увеличивать. Очень прям хочется. И как-нибудь увеличить количество побед. Тогда мы сможем вперед, потихонечку вырываться. Пока что с победами тяжко. Всего лишь одна была. Хотя могли, конечно, очень часто выигрывать. Сейчас матч с Уфой, равным по силе соперникам. Есть кое-какие наработки по составу и по предыдущему матчу. И мы сейчас их будем тестировать. Играем дома. Какая форма гостевая? Понятно. Домашняя. А играем вот так вот. Вера в нападении все-таки. Тимощук выйдет на замену. Стефанович сыграет под ним. А под напами будет Кулешов. Кацалапов просил дать ему попробовать сыграть в защите. Есть, в принципе, шанс. Вот Кокошка плохо себя показывает. Него, допустим, выпустить вместо Тараканова. Вот так вот Кацалапова. Почему нет? Пусть играет Живнов. Так, Мирзов, Белядзинов. И вот здесь вот, да, Белядзинов я тоже не очень хую. И он не очень мне нравится, поэтому Мирзов и Хубулов. Вот такой вот состав. Посмотрим, попробуем, потестируем. Очень нравится мне, как играют крайние наши защитники. Если Кирилл Камбаров в защите не очень в нападении хорошо, то, допустим, Франич еще, ко всему прочему, отлично стоит. Не стоит, а отлично в обороне отыгрывает. Торпедо Москва дома принимает Уфу. Как я и говорил. Ну что ж, Такафуми Акахоши, полузащитник 28-летний, такая звездочка Уфы. Я никого не знаю из Уфы, извините, кроме Артура, если вы понимаете, о чем я. Франич на Ставановича. Ну и вот таким вот макаром матч начинается. Кулешов, знаете, чем понравился? Тем, что он прыткий, маленький, быстрый. Нарушение правил было, считает судья. Кто мы, чтобы с ним спорить? Тем более, что я не собирался спорить. Александр Косолапов нарушил правила. Так, Рьяна ринулся в бой. Извините, если мышку увидели. Рьяна ринулся в бой, что он тут даже со старта стал нарушать. Нарушение в центре поля. Опять за нами был воздух, а вынос был на футболиста из противоположной команды. Вера. Как хорошо он убрал защиту, а? Хорошо, Вера, но это свинство. Судейское свинство. Но было нарушение правил, и причем можно было красную карточку давать по-хорошему. Но никто ничего не видел. Вот за это дадут желтую, уверяю вас. Вот так вот бывает. На вынос. Вот это карате. Видите, я уже расстроен. Я уже, по-моему, несколько желтых карточек получил. Надо и мне успокоиться, и команда придет в себя, в норму. Отличный заброс. Нет. Защита тоже не дремлет. Можно так сказать. Так, тише, спокойнее, Дима. Поменьше подкатов. Отлично, Рыков, хорошо. Кулешов. И передача на Шевченко в открытую зону. Игорь, удар поворотом. Юрченко на месте.
Такая у нас атака. Вот мне нравится Кулешов, Шевченко и Вера. Вот эта троица мне начинает нравиться, действительно. Кулешов. Надо было там на ход давать. Немножко это я вот ошибся. Так, Акоши. Стеночка прошла. Ой-ой-ой-ой-ой, Акоши что творит, а? Ой-о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 й. Что творит Акоши? Мог забивать. Мирзов желтую карточку получает. Мирзов. Или Мирзов. Я, блин, написали в комментариях, я опять забываю. Ребят, вылетает из головы. Прошу прощения, я же читаю. Знаю, что написали. Но вот вылетело опять из головы. Что ты будешь делать? Дырявая моя память. Извиняюсь. От углового отбились. Там подходил Вера, чтобы помочь. Ну, ё-моё, лучше тогда уж на него давал. Что за передача такая на Кулешова? Вообще никто не мешал отыграть. Вообще никто. И на тебя ошибка. Вот Кулешов с мячом. И открытая зона на Вера. Идет передача. Хорошая. Можно было лучше, но в принципе тоже неплохо. Уго Вера. Ай, Кулешов как близко был сейчас к тому, чтобы гол забить на добивании. Это желтая карточка, безусловно. Нарыкова. Франич молодец. Как хорошо разыграли. И вешай. Или простреливай что-нибудь назад. А вот тут уже навес. Да, там уже не навес, там уже офсайд. Сейчас желтую карточку дадут. Ну, там дали, в принципе. Это был офсайд. О, FIFA. Дарикову дали желтую карточку по понятным причинам. Франич наперед делает пас. Очень неплохой. И была такая надежда на атаку. Она остается, потому что Вера у нас впереди творит чудеса. И на нем, не нарушая правила, ломают 500 костей. И я не знаю, куда смотрит судья. Ладно, сейчас я, может быть, утрирую. И, может быть, и вправду не было нарушений. Но вот в прошлый раз точно оно было. Аут. В чью пользу? В пользу Уфы. И играют они назад. А это опасно. Уго Вера. Это 1-0. Браво. Очень, очень качественно, очень тихо, очень спокойно сыграли они с Шевченко. Верхом еще дал Уго Вера пас на Игоря. Мог голкипер, кстати, защитить. Игорь спокойненько внешней стороной стопы послал точно главное мяч в ворота. 1-0. Мне нравится наше нападение. Я понимаю теперь, почему вы мне Кулешову советовали. Серьезно, он вот, вот он, тот человек, который и скоростной, и техничный. Вот, в принципе, ну, вот то, что мне надо было, да, то, почему я поставил Вера туда в прошлом матче. Не Стефановича. Большую дилду, которая только вот на таких фартовых каких-то моментах с дальними ударами будет забивать. А вот именно человек, который добавляет там движение и не стопорит атаки. Не получилось быстро уйти в контратаку. Хороший проникающий пас не прошел. А это 1-1. Потерялся вообще весь защитный организм торпеды. Почему-то ушел с места вратарь. Сначала влево. И Фримпонга никто не держал. Эммануэль Фримпонг первый гол забил. Нам ворота. Кулешов стремляется вперед. В этот момент я нажимаю, чтобы Мирзов пошел открываться, и в итоге мы теряем позицию. Ну, а вот за нами Кулешов. Вера.
Заброс неплохой. Мяч остается у Уфы. Хорошо, хорошо, очень хорошо. И забивай! Ну как так-то? Прям в него. Прям в голкипера. Есть такие косяки, конечно, за нами. Франич. Четыре минуты добавили к первому тайму. Мяч у торпеда. Идет заброс в сторону штрафной. Ненадолго. Мяч Уфы и аут. Аут, кстати, тоже в пользу гостей. Первый тайм подходит к концу. У нас счет 1-1. Фримпонг на правый фланг. Ну и все. На такой возне в центре как бы первый тайм закончился. У нас счет 1-1. Локомотив с Ростовом тоже играет в ничью. Я не удивлюсь, если мы тоже сыграем в ничью. Серьезно, вот прям вот, ну, чувствую, что можем победить. Но кажется, ничьи — это наш... наш костяк, наш выбор. В принципе, мы как бы, по крайней мере, не проигрываем постоянно. Хотя и проигрыши имеются. Кулешов. Стыванович. Отлично, на веера. Не получилось ввести у веера 40 голов. Мяч у Уфы. Это аут. Вот что получилось заработать. Отлично, Хубулов на отборе. И на правый фланг попытался себя пробросить мимо защитника, но не хватило ему скорости. Не хватило скорости, к сожалению. Защита не очень сейчас рвалась за мячом, потому что... А, нет, я думал отворот, но просто почему-то не рвалась. Тогда не знаю, почему она не рвалась. Надо было лететь вперед и выносить. Мяч в руках у Живного. А теперь уже в ногах у Вера. Отлично, Мирзов. Опасная вера, не проходит, и потеря. Но под прессингом может что-то получиться, как мы любим. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Нет, только потеря позиции, и теперь всем надо возвращаться, и причем на свои места. Ну а Ксалапов уже потерял позицию с Франичем, потому что поменялся. А значит, в центре у нас Адисимо происходит, и этим Адисимо можно пользоваться. Так и происходит, 2-1. Два раза сейчас мог отобрать мяч, нажимал отбор, но мой защитник стоял и ничего не делал. Два раза я нажал на удар. Вот смотрите, вот здесь. А, нет, был отбор. И там, да, все, был отбор, но не в те места. Два раза я нажал, два раза было. Была попытка отобрать, были попытки отобрать, но не вышло у футболистов это сделать. Я не увидел анимацию сразу. Тогда ладно, тогда извиняюсь. Два один. Вот не удивлюсь, если мы сейчас опять забьем. И все. И на этом закончился. Наш любимый счет 2-1. 2-2, прошу прощения. Хубулов. Пройти в центр получилось. Даже заставили попасоваться. В этом самом центре. Но не более. На вынос играет Уфа. Оно и понятно, им сейчас надо обороняться. Кубулов на Кирилла Камбарова. Опять Камбаров. Замах. Кирилл Камбаров входит в штрафную. Кирилл умеет! Умеет же, умеет. Почему не сильно? Кирилл! И Юрченко спасает. Просто от, казалось бы, стопудового, стопроцентного гола. Что такое? Не было ничего? Это Хоша. Фримпонг.
Удар по воротам Живнова и мяч в руках у голкипера. Вот куда? Я вот давал не на этого. Хотел дать не на этого, прошу прощения, футболиста. Отлично, и фланг открыт, и идет передача именно туда, на Хубулова. А дальше передача на Уго Вейра. И 2-2. Удивлен, если честно, что у Уго Вейра получилось забить с такого угла, но... Что получилось, то получилось. 2-2, 73-я минута. Ну и вот, время, наверное, немножко увеличить... Отборную способность и скорость у нас на левом фланге. Плюс Мирзов часто теряется. А можно также еще и Рыкова заменить. Капитана нашего. Тараканова. Ксалапова с Тараканова местами поменять. Капитанская повязка уходит Тимощуку. Вот такая тройная замена. И сейчас будет попытка. Кстати, слету Тимощук отобрал мяч очень неплохо. Ну и Тараканов тоже. А вот мы творим ерунду. Было нарушение правил, конечно же, за майку придерживал Кирилл Камбаров, футболист из Уфы. Разыграли? Да. Что теперь? Удар состоялся, но Живнов на месте. Кирилл Камбаров. Передача на Хубулова проходит, ты посмотри. Хубулов обвел! Обвел футболиста одного. Ну, на этом его обводка и закончилась. Правда, под прессингом заставили Уфу сбросить мяч. Вау. Шевченко. Не было нарушения правил. Все было чисто. Акахоши. Хорошо. Перепасовываются. Вплоть до того момента, как мяч поднялся в воздух. Передача уходит на Диньяра Белялединова. Тут корпус хорошо ставит. Диньяр. Ну и в итоге угловой зарабатывает свой. Идет почему-то Шевченко подавать. Но нет, Диньяр Белялединов подает. Идет подача. И удар какой хороший. Это Тимощук бил. Юрченко на месте. 87-я минута встречи. У нас счет 2-2. Наш любимый. Мы реально со всеми командами играем 2-2, кажется, да? Со всеми, у кого можно выиграть. Со всеми, у кого можно выиграть, и со Спартаком. С Зенитом надо было тоже 2-2 сыграть. Вера подобрал мяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Вроде как принять позволили Шевченко. Уже казалось, что можно забивать, но нет. Хватит, наверное, Симакин вышел на поле. Хватит, наверное, рисковать, я хотел сказать. Диньяр Белялединов. Не проходит передача. Ну, аут посылает... Ой, не аут, прошу прощения. А вынесли мяч на нашего футболиста. Минута встречи. 2-2. В матче, который как бы, ну, нужно. Ну, где, если не вот здесь вот, не в Тереке, не в Уфе, не с Уфой. Но нет, мы зарабатываем лишь по одному очку. Опять же ничья. Ну, что ж ты будешь делать? Что за... Уго Вейра второй матч подряд, лучший игрок встречи. Да, нападение мне жутко нравится, это правда. Но... Гол плюс пас. Вот почему. Наше нападение забивает, наше нападение работает, но наша оборона пропускает. 8 ударов, 7 в створ. Нехило так мы поработали.
Локомотив Ростову проигрывает 2-1. Мы все так же на 12-м месте. Сейчас Арсенал он выиграет и на 5 очков будет впереди. Мы хотели бы осведомить насчет... Так, Уэльса... Нет, отклоняю предложение. Так, спасибо, что дали мне шанс выйти на поле, тренер, как я говорил. Ну, в принципе, он неплохо сыграл. Нет, смотрите, Арсенал проиграл. Проиграл свой бой. Поэтому он нам дает шанс подобраться ближе, как и Урал с Краснодар... с Краснодаром, да. Матч с Кубанью сейчас будет в следующей серии, точнее, не сейчас, а в следующей серии. Это серьезный соперник. Вот здесь вот, кстати, я почти уверен, что мы свои очки заберем. 7 ничьих. И очень много ничьих со счетом 2-2. Вот меня раздражает это. Ладно, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы увидимся на матче с Кубанью. Кстати, Хубулов оттуда был куплен. Нам новость об этом рассказывает. Хубулов встречается со старым клубом Кубань-Краснодар в следующей серии. Всем пока, ребят, удачи! We'll be right back.